Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит и показывает Вападом. И сегодняшний мой рассказ не предназначен для детей. Я всегда делаю такую оговорочку, потому что вам, мои юные друзья, будет смертельно скучно. Правда, здесь нет ничего этакого, ради чего, конечно, непременно стоит посмотреть то, что не предназначено для ваших глаз. Вот. Просто тема взрослая, это должно быть заявлено. А мой рассказ, как всегда, не содержит ничего такого, что могло бы шокировать достопочтенную публику. Итак, Марсель Пруст, таинственный корреспондент классической серии издательства «Текст», новеллы, ранее никогда не издававшиеся, всемирно известного французского классика. Что такое Пруст для Франции, объяснять не надо. Это один из самых важных авторов среди, наверное, всего 20 века. Это человек, который вдохнул новую жизнь во всю французскую прозу. Человек, который бесконечно загадочен для меня. Я имею в виду, конечно, его тексты. Хотя биографией Пруста я тоже интересовался. У меня был видеорассказ о его переписке, значит, о его письмах. Причем дважды выходили отдельными изданиями, ранее не издававшиеся никогда письма Пруста. И это, друзья мои, конечно, настоящий подарок читателю, потому что в переписке открываются вещи, которые сейчас вот даже не знаешь, где посмотреть. Ну да, у нас есть логи наших чатов, у нас есть скрытые подзамковые, подзамочные записи на страничках социальных сетей, но это все не то. По объему текста и по глубине доверяемых эмоций, и по раскрытию личности, в общем, конечно, эпистолярный жанр намного превосходит вот эти вот наши современные информационные следы, которые мы оставляем. Словом, рукописи не горят, личные бумаги всегда всплывают, все тайны становятся явными, и, конечно, переписка Пруста – это очень интересно. Но и его ранние новеллы, которые благодаря фонду Бернара де Фауа, это, значит, французские исследователи, переданному во французскую национальную библиотеку, сейчас опубликованные, которые я держу в руках, они переведены на русский язык, это страшно интересно. Точнее, не сами новеллы. А сборник новелл – это «Утехи и дни». И вот как раз с исследования этого раннего Пруста, с исследования того, что сделало мастера, значит, в его первых, еще достаточно неокрепших, да, произведениях, это, конечно, ну, в общем, отдельная, очень интересная тема. Здесь есть большое послесловие, Люк Фрес, его автор, значит, у истоков в поисках утраченного времени. И началось все с выхода новеллы «Безразличный». Новелла «Безразличный» вышла в 1978 году в издательстве «Галимар», и оттуда началась вот эта длинная-длинная история, раскручиваясь, которая в 2019 году закончилась изданием такой работы «Пруст до Пруста». Потому что до Марселя Пруста, каким мы его знаем, был другой Пруст, другой писатель. Молодой, значит, еще никому не известный, полный надежд, амбиций, полный разочарований. И, конечно, очень-очень интересно, значит, представленный в этих черновиках. Потому что таинственный корреспондент – это именно черновики. И это, друзья мои, конечно, фантастически интересно и фантастически сложно. Когда вы будете продираться сквозь этот текст, почему? Потому что каждый... Вторая строчка снабжена циферкой примечания, и это не просто ремарки, зачеркнуто, вымарано, заменено, вариант первый, вариант второй, да, то есть, понимаете, да, с точки зрения текстологии, это жуткая проблема, что выбрать, что печатать, это все исчеркано, это все недописано, что, какие-то пометки вообще сделаны на клочках бумаги, то есть довольно сложно все это представить в полном виде. Ну вот, значит, исследователям, составителям это удалось, и получается очень интересная картина. Образы, которые предстают перед нами в этих новеллах, эти образы полны гомосексуализма. Потому что для нас это не секрет, и Пруст, в общем, конечно, мучился своей судьбой. Страдание и проклятие – вот что означало для него его природа. На тот момент, на начало 20 века, к сожалению, это было скорее нормой. Да? То есть все боялись скандала, боялись разоблачения, огромное количество случаев шантажа, море поломанных судеб и искалеченных жизней, и ничего с этим не поделаешь. Такова ужасная история человечества. Вот. Фрост был несчастен до некоторой степени. Он пытался проанализировать эстетическую сторону процесса. Вы не найдете здесь никаких шокирующих страниц. Это, друзья мои, не маркиз. К маркизу, пожалуйста, все в сад. Вот. Значит,
Он пытался проанализировать душевные движения, он попытался поймать очарование красоты. И атмосфера страдания, атмосфера вот этой вот обреченности, атмосфера такая угнетенная, такого вот грозового налившегося трагизма, да, она присутствует. И при этом, парадоксально, при том, что вот этот трагизм присутствует, предметом-то описания является совершенно другое. Это неистребимая во всем своем разнообразии красота жизни. Если, как делает это Люк Фрес, сравнивать Марселя Пруста, допустим, с Андре Жидом, его современником, и диаметрально, человеком с диаметрально противоположной жизненной позицией. Гедонист, значит, либертианец, Андре Жид, он совершенно четко настаивал на том, что свою природу надо признавать и, значит, быть счастливым. Просто тяготиться всем этим. Это еще мягко сказано. Но при этом описывает красоту и описывает, значит, вот это вот полноцветие жизни так здорово, как это мало удается даже зрелым художникам. Правда, всегда взгляд наш натыкается на очередное примечание, очередную помарку, значит, очередную поправку или конец текста, который обрывает повествование, обрывает мысли. Еще раз повторюсь, это вот незаконченная новелла. Как я не берусь подтверждать или оспаривать ни один из приведенных здесь выводов. Это все-таки я пересказываю содержание сопроводительной статьи. Во-первых, Пруст для меня большая загадка. Я очень мало в этом понимаю. Я просто был совершенно восхищен в детстве, еще не зная ни о какой судьбе Пруста, не зная ни о его болезни, ни о гомосексуализме, ни о чем. Да? Я просто был заворожен этим текстом, через который мне не удалось продраться. Я прочитал первые два тома и заглох. Вот. Но это, конечно, произвело огромное впечатление на меня. Да? Потом уже было блестящее эссе Александра Кушнера, одного из любимых моих поэтов, который про Пруста сказал, это потрясающая совершенно слова. Вот такой вот конгениальный русский читатель у него нашелся. И много всего было в читательской биографии. Но вот эти вот сбивчивые, разрозненные отрывки, которые могли бы, опять же, ссылаясь на автора послесловия, дополнить сборник рассказов просто, они бы сделали его намного сильнее, но выдвинули бы на первое место, актуализировали бы как раз тему однополой любви, чего Пруст категорически не хотел. По-видимому, это причина, почему многие сюжеты и многие образы были отброшены, хотя, опять же, не мне судить, я опираюсь на чужие слова. А вот то, что мое и только мое, это, конечно, ощущение чистоты и ощущение, конечно, потрясающей работы над словом, вот этой вот, вот этого труда, который есть в этих текстах. Ты понимаешь, как дорого стоит каждый вот из этих бесконечных периодов прустовских, какая это работа мысли и душевный труд, какое это видение мира, совершенно уникальное, безотносительная биография. Опять же, цитируются слова знаменитые, поставим себе вопрос, и так ли уж интересна была жизнь Марселя Пруста, и ответим на него «нет», говорит, значит, автор цикла лекций о Прусте. Цитирует Люк Фрес, понимаете? Действительно, нет ничего особенно завораживающего, очень интересного. А вот результат этой жизни, те творческие находки, то, во что каждый из нас работает с тем материалом, который ему достался. Да? Ему досталась такая биография и такая, значит, физиология, а какому-то совершенно другая. Он сделал из этого невероятную совершенно красоту. Вот. И хотя автор деликатно отмечает, что иногда все это транспонируется на женскую, значит, красоту и на взаимоотношения между мужчиной и женщиной, то есть как бы просто выстраивает, но по вот этим текстам видно, что это теоретизирование. Да? То есть, ну, это совсем другое. Да? Он хотел бы описать другое. Не знаю, когда-нибудь кому-нибудь по-настоящему удастся описать, что такое красота. И пол жизни, и бытовые подробности этого человека не будут уже никого интересовать, потому что это будет великое и гениальное описание красоты, как она есть. Просто, кажется, это удалось. Возможно, нет, не знаю. Почитайте обязательно эти тексты. Если вы проберетесь сквозь, опять же, невнятницу, путаницу и отрывочность, и все эти другие обстоятельства, преодолеете какие-то свои предубеждения, вы увидите ход вот той самой мысли, которая признана гениальной во всем мире и есть за что. В поисках утраченного времени это, конечно, глыба, это, конечно, громада. Читайте, наслаждайтесь. Спасибо за внимание.